Сезон дождей на Днепропетровском шоссе. Жители дома номер 52 утверждают, что домой добираются чуть ли не вплавь. Пеняют на отсутствие стоков для воды. И вообще, обслуживание дома они недовольны, что заставляет их лишний раз задуматься о том, стоит ли оплачивать коммунальные услуги, которых нет. Это все, что осталось от ливнестока на улице во дворе. Жильцы говорят, несколько лет назад рядом что-то ремонтировали, а потом просто засыпали отвод строительным мусором. Теперь вода, раньше свободная, уходившая со двора на Днепропетровское шоссе, стоит в искусственном водоеме на протяжении сезона. Ни пройти, ни проехать, сетуют жители. Говорят, боятся, дом даст усадку. Здесь практически не то, что пройти невозможно, тут просто даже переплыть невозможно. Куда эта вода девается? Она идет под дом. Машина нельзя, ни скорой подъехать, дети вот ко мне подъезжают. Я часто болею, меня надо в больницу отвезти. Зять поехал раз и трубу черкнул, и все, останавливается за домом. Когда вызываешь скорую, они говорят, вам не подъехать, это первое. Второе, она стоит постоянно, начинаются комары, у нас все окна засечены, потому что заедают комары. Утопилась вот там, все от базара. И по колено воды. Помимо лужи, у жильцов масса претензий к содержанию дома. Через температурные швы вода в квартиры проникает, водосточные трубы оборваны, поток идет по стенам. Не устраивает один мусорный контейнер и уборка двора. Фрамуги вот это наверху, дырявые. Как спишь, по подоконнику шуруют. Ни днем, ни ночью, когда дождь, не дают спокою. На кухне, вот как дождь у меня на кухне, подоконник, я подставляю тряпочку и вниз подлаживаю, чтобы вода сбежала. Практически текущего содержания этого дома со стороны ЖЭКа нет. Тем не менее, за содержание дома и придомовой территории, говорят, платят регулярно. За ливневку, конечно, никто с них денег не берет. Тем не менее, пояснить, почему жители дома 52 по Днепропетровскому шоссе 4 года вынуждены жить без дождевого стока, восстановить который довольно просто, в отделе коммунального хозяйства Ленинской райадминистрации отказались.